Всем привет! Ссылка на полный ролик по зимнему ивенту в Royal Quest «Снежный фестиваль» будет справа вверху или внизу под окном плеера. Итак, карта зимы. Вставляется в оружие любого класса и наносит от 17 до 30 урона водой при ударе. Первый источник – коробка с подарком. Но кто-то из первой сотни доставал и 3 карты, а кто-то не доставал ни одной. Второй вариант – это обменять у инфанты Лолы на 600 игрушек, то бишь она обойдется вам 600 тысяч. Вот они, цены на рынке. Но я видел и другие цены, от 150 до 800. Хотя раз видел даже за сотку. И если ориентироваться только на урон водой, то эта карта, конечно же, не самая интересная. Есть карты, которые наносят больше урона. Главное достоинство этой карты – скрытое. Если у вас есть персонаж 31 левела, то вы можете активировать промокод. По промокоду вы можете получить 10 коробок с подарком, привязанной к аккаунту. И в одной из них вполне может находиться карта зимы, которая тоже привязана к аккаунту. Нахватавшийся вершков новичок скажет: ну и хрена, продать невозможно. На знаке у скупщицы Беллы тоже невозможно поменять, ей неинтересно. Но если у вас на аккаунте есть персонажи одного класса или те, которые могут воспользоваться одним и тем же оружием, то вы поймали маленький джекпот и можете купить себе лишний пирожок из сэкономленных. Потому что этой картой теперь можно привязать любое оружие к аккаунту. И в пример проще, чем картой босса. Берете оружие, которое хотите привязать, оно должно быть не привязано или иметь статус становится персональным при одевании. Не надевая его на себя, ставите печать, доводите ее до совершенства и вставляете карту. То бишь наводим курсор на оружие, Shift плюс правая кнопка, открываются слоты оружия и перетаскиваете туда карту. Вуаля, ваша пушка привязана к аккаунту. Конечно, разрабы подложили большую свинью, что теперь точка камнями, привязанными к аккаунту, делает вещь персональной. А раньше можно было перейти на другой аккаунт, где был избыток камней, привязанных к аку, или отдать приятелю, у которого избыток таких камней, заточить там вещь, только потом поставить печать, довести ее до нужной кондиции, и потом уже вставить карту зимы, привязанную к аку. Оружие становится привязанным к аккаунту, вставляете 2 недостающие карты. Ну и так как карта зимы не вытаскивается, берете 3-ю карту, которую хотели бы вставить в оружие, и вставляете прямо поверх нее. Карта зимы при этом исчезает, а вещь остается привязанной к аккаунту. Конечно, есть альтернативные карты, которыми можно привязать оружие к аку. Но карта Дингура, которая стоит порядка 2 миллиардов, привязывать как-то не с руки. Есть карта Альфа-самца. Сама она стоит от 80 до 120 лямов. Зато у нас есть более демократичная карта Лафона. Стоит она порядка 10 миллионов плюс привязка. И это будет стоимость вашей карты зимы. От 34 до 60 миллионов. А если такая карта не одна, а добрый десяток, которую вы получили как приз за участие в конкурсе, то это точно джекпот.